На заседании по антитеррору обсудили безопасность в округе. Свои доклады главе региона представили председатель Ненецкого избиркома, руководители ОМВД и главного управления МЧС, представители ФСБ и профильных департаментов региона. В центре внимания были вопросы обеспечения безопасности пребывания людей на объектах, задействованных при проведении единого дня голосования, а также мест массового пребывания в период праздничных мероприятий, посвященных Дню знаний, 80-летию города Нарьян-Мара, Дню работников нефтяной и газовой промышленности. Также в ходе заседания члены комиссии обсудили антитеррористическую защищенность предприятий топливно-энергетического комплекса, работающих на территории региона. Итогом стало согласование паспортов безопасности этих объектов.